Хорошо. Друзья, всем привет. Хочу вам показать вторую часть, второй день моего кошения, продолжение. Я косил траву. Почему я сразу все не скосил на покосе всю площадь? Потому что, надеюсь, боялся, что пойдут дожди, затянется, испортится погода, сено сгниет. Бывает так очень часто. Вот. Поэтому я кошу маленькими отрезками. Скошу, сметаем. Скошу, смечем. Так, второй день. Первый день я там приехал, покосил маленько, и на второй день я приехал, докосил. Вот, ехал я по дороге, рассказывал, там что-то говорил с вами, рассуждал, показывал покосы. Ну, а теперь второй день, как я там косил сено. Вот так вот, смотрите, пишите, комментируйте, задавайте вопросы. Вот так вот. Блин, хорошая погода. Благодать. Август. Ну все, почти готово. Сейчас ремни подтяну. Вчера подрастянул, потому что попадал хорошие эти. Вон там ржавец, много старья. Вот так вот. Окосил на пятый и смотрю. Фу, блин. Ну да лезет. Так, сейчас. Вот так. Ну, ножи приехал вчера сразу, снял. Подправил их. Вот. С собой еще лежит комплект. Ножи. Вот. Охват отрезал. Три раза прошел. Вон там, до кусты. Сейчас буду косить. Да, время уже 7:30. Вот как ни крути, а час где-то примерно едешь. Все, ребята, докосил охват. Охват докосил, добил. Время 9:30. Сейчас перекусим. И вон там еще кое-что подкошу. Вот, считай, так и есть. 2 часа косил. 7:30 начал. 9:30. Да. Ну вот она, косилка. Все. На сегодня все. Уберем. Все это уберем, когда тогда будет видно. Косить или хватит. Вот так вот. А пока что все. Вот так вот. Теперь ждем, когда будет сохнуть. Хорошо. Ну вот, в принципе, дня 2 здесь делать, наверное, нефиг.
Потому что, в принципе, трава-то она маленькая. Вчера же косил. Тут маленькая. Ой, блин, оводов сколько. Так, время 10:55. 10:55, среда. 15-е. То есть 11 часов. Ой. Ну и все. Пока уберем здесь. Будет мало, я там по ту сторону буду косить, ржаться. Если будет здесь мало, посмотрим, сколько сена. Вот. Что тут? Гадать, думать, сколько. Мало, много. Вот так вот. Вот так вот. Вот. Там за кустами начинается уже. Ой, блин. За кустами начинается уже вот лисинская грань. Называется у них грань, это Семушкино поле там. У нас здесь называется это Калежниково. Ладно, поеду домой. Сейчас доехать до дома. Как раз будет 12. Как раз будет 12, слава богу, доехать бы. Поднимаем прицеп. Ставим это все на забор. Ну и поедем. Поедем. Начинает подниматься. 11, солнце начинает жарить, как надо быть. Завтра еще рано летать. Послезавтра надо будет приехать, посмотреть. Вот. Но завтра рановато еще.